Укртелеком вообще уже обалдел. Постоянно по 20 гривен повышает за интернет-счет. И вот смотрите, за январь пришел счет. И вот тут вот интернет без НДС 125 гривен. Это получается с НДС он уже 150. А до этого было 130. И у меня тоже есть видео, шли этапы повышения. И получается телефон, пакет, только если пользуешься, платишь. Потому что стационарный тоже стал прилично стоить телефон. Это такой вильный день пакет, свободный день. У них только дают, вот они, 500 минут по межгороду бесплатно. По Украине. Так что прилично. Все хотят сидеть в хороших, теплых офисах за наш счет и получать хорошие зарплаты. На счете красивая у них с оборота. Вот. Народный интернет. Но это первые 6 месяцев на полгода. Интерактивно ТВ. Если такие цены, что уже либо CDMA оператора подключаться. Там не такое излучение, как в GSM операторах. Потому что всему есть предел. Хотя, если сделать тест скорости, Укртелеком свою пятерочку выполняет полностью. Видите, до 6 доходит. А если подключиться через смартфон, то вот скорость 2,85. Видите, там 6, а тут 2,85 мегабита. Так что Укртелеком скорость все-таки дает. А 3G это 2,85 получается.